Боже, я всего лишь хотела сенный коктейль. Почему все? Представь себе, что каждая частица существования взрывается в одно время с силой 1000 солнц. Продолжай вести себя подобным образом, и ты все испортишь. Что? Пинки? Что происходит? О, Твайлет, ты глупая! Пинки? Тебе нужен небольшой урок о том, как трудно сохранять равновесие в мультивселенной. Ладно, идти голышом в школу было действительно плохой идеей. Вот, посмотри телевизор, пока я разберусь с этим полицейским. Ладно. Здесь мы можем увидеть спаривание двух прекрасных диких лошадей. Святая Мать Листья, что не так с этим местом? Сделай это снова! Сделай это снова! Сделай это снова! Нет, Дискорд, я не собираюсь этого делать. Сделай это снова! Сделай это снова! Сделай это снова! Я сказала нет! Сделай это! Сделай это! Сделай это! Дискорд! Ты маленький тупица! Теперь ты счастлив? А? Сделай это снова! Сделай это снова! Сделай это снова! Я ненавижу эту штуку! Я получила известие от Флэша Сентри и пришла так быстро, как только смогла! Что здесь происходит? Святая Селестия! Принцесса Селестия? Привет, Твай! Смотри, мои заколки такие красивые! Луна, ты тоже? Посмотри на себя, ты выглядишь ужасно и безвкусно! Что случилось? У тебя такие красивые крылья. Летать так весело, да? Луна, помоги! Помочь? Никто не может никому помочь. В долгосрочной перспективе это не будет иметь никакого значения, потому что мы все столкнемся с нашей неизбежной гибелью. Пони уничтожает себя маленькими поверхностными начинаниями, только для того, чтобы придать себе значимости в своей короткой, пустой жизни. Мы жалкие. Мы фаза. Не более того. Ничто никогда не бывает постоянным. Ничто не длится вечно. Бессмертие никогда не было обещано. Это миф для пони, которые хотят лишь продлить свое бессмысленное существование. Вечно смертные, вечно лживые. Мне нравится, когда ты расчесываешь мне волосы. Луна, ты бессмертна! Селестия бессмертна! Я бессмертна! Я так думаю. Мы, Твайлет? Так ли это? Давай полетим в замок! А? Кейденс! Ух ты! Я так рада, что ты здесь! Селестия и Луна, что-то не так! Я не знаю, как им помочь! Ты можешь помочь мне? Помоги этому, помоги тому. Всегда этот Вайлет зовет на помощь. Маленькая мисс Пони. Предупреждение. Эквестрия никогда не вращалась вокруг тебя. К тому же, ты просто маленькая соплячка. И ты делаешь ужасные лепешки из сена. Я даже не знаю, зачем тебе такая печь для выпечки. Вся твоя стряпня будто из самого Тартара. Я была прикована к постели несколько недель. Меня от тебя тошнит. И от твоей стряпни воняет. Ты навсегда изгнана из Кристальной Империи и больше никогда не увидишь своего брата, но в основном из-за сенной лепешки. Из-за моей стряпни? День! Дурака. Твайлет, мы просто пошутили! Это день дурака! Мы хотели отпраздновать, как и все остальные пони! Кейденс пошутила! Твои лепешки и сено восхитительны! Большинство. День дураков пони всегда такой веселый. На самом деле у нас высокосный год. Oh.